заголовки, которые доклад был вывешен в объявлении, неловко назвал свою тему, что-то сказал, что это про накупки 2012 года, это совершенно невозможно. Я начну свое выступление с рассказа о том, что я нашел по поводу миссии Портика, это занятно, и об этом можно сказать в ограниченное время. Но что касается основной моей какой-то деятельности, связанной с таким, поточным материалом, вот, ведущим по каналам передачи актуальной политической информации в Европе в конце 16 века, то это настолько целинный, неизвестный никому, в том числе не только русским историкам, но и коллегам за рубежом толком неизвестным, не так они будут сказать, что я в принципе не могу рассказывать о своих находках. Это будет совершенно бессмысленно для меня и для окружающих, по той простой причине, что начинать нужно с введения, просто сказать, о чем идет речь. За один доклад я не в силах его сделать, но могу наметить 2-3 мысли, которые просто, может быть, чуть-чуть перспективы наметить. К сожалению, вот я сразу как-то обещал всем кашу, но мне кажется, что она безумно куда плотнее. По крайней мере, я смотрю на нее с восторгом и определенными надеждами. Я извиняюсь за то, что все тексты я буду читать, это трудно для слуха, но зато это чуть это делать будет чуть более вразумительным, и я смогу сказать больше. Для меня это существенно. Почитайте громче, пожалуйста. Да, я попробую. И не торопись. Да. Микрофон не работает, да? Микрофон нет, он работает. Не работает? Но его можно включить. Тогда он доработает. Сейчас попробуем. Так не работает. Это микрофон для записи. Микрофон вообще не работает. Хорошо, давайте я попробую тоже сделать. Я попробую просто все-таки начать, потому что грозят санкциями. В общем, совершенно мощно называется мой текст «Новые материалы по истории отношений России и Италии при Иване Грозном». И такой же его содержание. Значит, известно, что с 16 века в Европе достаточно активно формируется и получает распространение негативный образ Москвы. Первым моментом здесь стали трагические события Ливонской войны и опричнина Ивана Грозного. В то же время сложно сказать, в какой мере такие негативные представления и опыт препятствуют дипломатическим и культурным контактам. Отрицательные образы и реальные контакты так иначе сосуществуют. Это разные вещи, исполняющие разные задачи. В истории 16 века, вероятно, можно назвать только один очевидный случай, когда между ними возникает неразрешимое противоречие. И речь идет о несостоявшемся посольстве в Москве и польского нунция в Польше Винченцо Дальконте. В биографии папы римского Пия V Джаролама Катена рассказано о том, как накануне битвы при Лепанто папа захотел привлечь к коалиции христианских держав для войны с Турцией правителя Московии и поручил начать переговоры с ним свою нунцию в Польше Портика. В руки Портика тем временем попадает сочинение Альберта Шлихтинга, повествующее об отличии Ивана Грозного, которое тот присылает в Рим, и уже слушаясь прочитанным, Пий, по словам Катена, велит Портику никаких переговоров не вступать. Подкрепление своих слов Джаролама Катена цитирует письмо, якобы написанное папой своему нунцию. Письмо такое: ознакомившись с тем, что вы сообщаете о московите, мы предписываем вам оставить приготовление поездки в Москву, даже если польский король ее одобрит, не будет ей содействовать. Ибо мы не желаем иметь дело с таким ужасным историографским народом. Существуют другие свидетельства об отмене миссии Портика, которые с этим рассказом согласуются, но не содержат некоторых важных деталей, а именно они называют имя Шлихтинга и не приписывают Портика главную роль в передаче информации в Рим. В письме, датированном 21 ноября 1571 года, папа Пий V сообщает польскому королю Сигизмунду о том, что отказывается от переговоров с Иваном Грозным, поскольку после того, что он о нем узнал. А то же объяснение дано в Москве Пассивина, вышедшее в 1586 году. По словам Пассивина, папа Пий V сначала поручает своему нунцию в Польше Портика отправиться в Москву, но впоследствии, прослышав о жестокости московита, отвратился от этой мысли. Письмо, которое цитирует Катена, до сих пор было известно только с его слов. Тем не менее, версия событий, изложенных Джаролама Катена, перешла в книге Пинненде, и затем была повторена Шмулой, и с тех пор повторяется всеми, кто вспоминает этот эпизод. Год назад, как я сейчас понимаю, я не совсем удачно включился в обсуждение данной темы. И сегодня должен исправить свою ошибку. В работе, написанной год назад, это буквально полгода назад, я обратил внимание на два факта. Во-первых, Пинненд и Шмулой
и другие исследователи явно и невнимательно прочитали важные документы, которые были в их распоряжении. Речь идет о письме Кортика, адресованном Кортика, письме кардинала Рустикуччи от 3 октября 1571 года. В этом документе буквально сказано следующее. Отвечая на ваши письма от 29 августа и 1 сентября, сообщаем, что я охотно отказываюсь, пишет Кортик, от мысли ехать в Москву. О свирепом драйве и дикости бесчеловечности протирана его святейшество сможет узнать из книги, которую я послал 19 сентября. Упомянутое письмо Кортика от 19 сентября 1971 года также сохранилось и опубликовано, причем два раза. Таким образом, для этого письма, по-моему, вполне очевидно, что распоряжение прекратить попытки связаться с правителем Москвы было отдано Кортику до того, как кто-то отправил в Рим некое сочинение, порочащее московитство. Это распоряжение содержалось в письмах кардинала Рустикуччи от 29 августа и 1 сентября. Как следует постепенно. Второй момент, на который можно обратить внимание, это репутация Джоакамо Катена как историка. Она противоречива. Катен известен как кропотливый собиратель источников. В то же время он склонен преувеличивать успех и замалчивать неудачи своего героя, Папа Римского, выставляя в другом свете других. Более того, Людвиг Компастер, который нуждается в представлении, насчитывает целый ряд мест, где изложение Катена является прямой фальсификацией исторических фактов. Недавно публикация книги сопровождалась скандалом. Испанский король Филипп II потребовал исправить некоторые места, и распространение книги в Испании было запрещено, по крайней мере, первое время. Принимая во внимание эти факты, мне показалось в свое время уместным предположить, что приведенное Катена письмо Папы Римского, возможно, также не заслуживает доверия. А настоящей причиной провала миссии Папы Кортика мог быть отказ польского короля пропустить его в Москву. Этот вопрос в самом деле долгое время не удалось урегулировать. Это известно. Находки, которые мне посчастливило сделать недавно в Туринском государственном архиве, вынуждают меня признать, что я ошибался. Упомянутый документ, который цитирует Джон Катен, действительно существует. Естественно, он написан не Папой Римским, Папой Римским своими минутами писем не писали, а кардиналом Рустикуччи. В римской курии в тот момент он был тем лицом, кто от имени Папы Римского вел переписку с папскими нунциями и передавал им папские распоряжения. А переписка Кортика и курировавшая его кардинала Рустикуччи частично сохранилась там, где и положено ей быть, в фонде польского инициатора Китайского архива, часто этот фонд называется «Сингрейдный статус» в Германии, в Полонии, в том один. Для интересующего нас времени в этом фонде там имеются только письма, составленные Кортиком. В том числе два этих самых письма, 19 сентября и 3 октября, которые я упомянул выше, которые известны в своем. Адресованных Кортика писем Рустикуччи за 1571 год там нет. Письма, найденные в Турине, не оригиналы, а копии. Они попали в Туринский архив в 19 веке в составе коллекции графа Мангардино. И ядро этой коллекции составляют документы по истории дипломатических контактов римской курии, а также герцогства Савойского в 15-17 веках. Считается, что это собрание принадлежало кардиналу Маурицио Савойскому, жившему в первой половине 17 века. И, по-видимому, тогда же было составлено интересующее насколько. То, что письмо нашлось, конечно, важно. Однако концы с концами все равно не сходятся. Письмо Рустикуччи Кортика с предложением не ехать в Москву, найденное в Турине, датировано 29 августа 1971 года. Мы помним, что сам Кортик упомянул два таких письма, по 29 августа и 1 сентября. Таким образом, Мунций отправил в Рим сочинение Шлиффена после того, как некие страшные известия отвратили Папу Римского от мысли иметь дело с московитом. И было сделано соответствующее снижение. На наше счастье, в Турине есть также второе неизвестное письмо Рустикуччи Кортика, отосланное двумя неделями раньше. В письме от 15 августа кардинал Рустикуччи сообщает Мунцию в Польше, что его поездку в Москву требуется отложить, поскольку мнение о ее правителе, правителе Москвы, переменилось в худшую сторону, и что в Рим из Москвы, такой поэзии, вот-вот должен прибыть некий рассказ о нем, который обещает расставить все точки над «и». Судя по всему, Винченцо да Кортика в 1571 году
не был для Римской Курии единственным источником негативных сведений о правителе Московии, отвративших папу от контактов с ним. Речь наверняка идет о сочинении Шлиффенберга, который, следовательно, впервые попадает в Рим, не двое папского нунция, чьих опыты оказываются запоздавшими. А косвенным аргументом в пользу такого предположения, что сочинение Шлиффенберга стало известным именем благодаря Кортика, было все время то, что рукопись сочинения сохранилась среди бумаг Кортика в секретном архиве Ватикана. Долгое время эта рукопись, принадлежавшая Кортика, считалась единственной. В нем был скатился ряд неизвестных списков о сочинении, в том числе в римских библиотеках, и при этом выяснилось, что эти римские списки не могут быть возведены к списку Кортика. Они не могут быть сделаны с него копиями. Так, рукопись, найденная в Ватиканской библиотеке, не содержит ошибок, имеющихся в списке секретного архива Ватикана, который принадлежал Кортика. Например, в описании слова «лабда» список Кортика дает транскрипцию «владодогия». Удвоение слога – это такая, в общем, довольно обычная ошибка переписчиков, и допущенная однажды, она уже не могла быть исправлена, если еще там известно напомнили. Каждый следующий переписчик волей-неволей ее копировал. Написание «владодогия» мы встречаем не только в большинстве других латинских списков сочинений, но не всех, но также в немецком переводе, перевод текста на немецкий язык. Однако в списке из Ватиканской библиотеки его нет. Там написано «владодогия», «ладно», без удвоения. Анализ их значений убеждает в том, что наиболее близкий к списку Кортика является рукопись, которая хранится в римской библиотеке Анжеи. В то же время в данной рукописи мы встречаем большое количество полонизмов в написании имен собственных, которых в списке Кортика нет. Естественно, такие польские написания не могли возникнуть в Риме, а были привезены оттуда, где они были понятны и нужны. То, что в Рим попал не один список Шлиффенберга, а как минимум три, таким образом можно считать установленным фактом. То, что нашлись люди, действующие помимо Кортика и опередившие его, наверное, интересная подробность, но не более того. А по другим материалам мы знаем, что поляки в Риме пытались влиять на политику папства в отношении Москвы путем сохранения негативной информации о ней, бывании Грозного в его стране, и претендовали на роль экспертов московских дел. Напротив, установление достоверности сообщения Джованна Катена в отказе папы от отношений с Московией действительно существенно, тем более, что других таких случаев мы не знаем. Это настраивает на правильный лад. Закономерности поступков нужно исследовать на статистическом уровне. Для понимания частных случаев и вообще всего, что возможно в жизни, они ничего не дают. Вот. Это, может быть, вообще пафосно не работает. Ползучий бинт. Ну, это первая часть, я думаю, что более-менее понятно с этим рукописями. Мне просто стыдно, что я поспешил публиковать друг друга того, как нашлись документы, не изобличившие. Важной частью источников по истории России нового времени является иноземцы. Известно, большое количество таких материалов было открыто и введено в научный оборот до революции 17 года. Задумывался о возобновлении такой работы сегодня, работы в западных архивах, ставшей возможной в наши дни, стоит проговорить ее принципы, что и как мы станем искать. Большинство историков до революции были нацелены на поиск больших сочинений о России. Ну, главным образом, это были тексты по истории 16-18 веков. Продолжить такую работу сегодня можно и нужно, благо для этого существуют прекрасные условия. Доступ в архивы, возможность копирования, транспорт, все в нашей жизни существенно упростилось. Отовсюду можно заказать и получить по почте материала прекрасного качества. Со времен первого Вешмола опубликовано немало каталогов, в которые русские историки не заглядывали. Повсеместно создаются и развиваются электронные базы крупнейших библиотек и архивов. Множество материалов, полезнейших материалов есть в интернете, потому что другие системы поиска. Поясню эту ситуацию на примере. Вместе с польскими коллегами я готовлю издание сочинения Альберта Шлиффенберга. Всего за один год мне удалось найти и обработать 9 латинских рукописей Шлиффенберга, включая неизвестные редакции обоих его сочинений. Была известна. Сделать эти находки, в основном благодаря каталогам, не исключительно, в основном, оказалось довольно просто. Но с тех пор больше года никаких рукописей Шлиффенберга я больше не находил. Между тем они очевидно существуют. Первооткрывателем Шлиффенберга был Павел Пирлинг, написавший так, чего историк совершенно он написал так. Он, Шлиффенберг, есть в Ватиканском архиве и почти во всех римских библиотеках. Эту фразу в своей книге, кстати, Пирлинг повторил несколько раз, но так и не уточнил, что он имеет в виду.
Важнейший библиотек в Риме с большими собраниями рукописи, не меньше десятка, неизвестно только три латинских списка сочинений Шлиттера, хранящихся в Риме. Как я уже сказал, это кроме Ватиканского архива, это Ватиканская библиотека, библиотека Анжели. Если существующие библиотечные каталоги не могут нам помочь, делать открытия становится значительно сложнее. Все становится как обычно. Они в целом существуют большой материал, который взять довольно просто. И понимая пределы этих возможностей, грех этого не сделать. Такие большие и важные тексты, как Шлиффинг, можно сравнить с золотыми самородками. Русские историки, работавшие в европейских архивах в прошлом, не были достаточно внимательны к тому, что я бы назвал золотым песком. Я говорю о систематическом анализе каналов передачи актуальной практической информации. Это прежде всего дипломатическая переписка и рукописные газеты. Я исследую два русских посольства в Италии в конце Ливонской войны, Истома Шевредина в 1581 году и Якова Молдавина в 1582. И за 2,5 года архивной работы мне удалось найти и скопировать свыше 500 документов главным образом такого рода. Может и больше, я их не считаю. Могу прибавить, что такое число архивных материалов всего в двух посольствах в одинаковой мере удивляет как русских историков, так и итальянских. Правильный и серьезный поиск архивных документов наверняка должен походить на работу в археологии. Я ничего не понимаю, поэтому говорю от себя. Люди в пещере надо торопливо тянуть ее на себя, надо вытаскивать ее из почвы. Объектом исследования должен быть культурный слой. Такое пожелание кажется особенно уместным к работе с материалом, масштабы и характер которой пока только выясняются. Кроме того, я чисто психологически так избалован находками, что мне становится интересно, когда их нет, когда найденный материал сухо и неинформативен. Действительно, здесь стоит целый ряд проблем. Так, при всем баснословном изобилии, новости циркулируют в довольно узких рамках. В архиве одного герцога двух русских посольств можно найти многие десятки документов, да и сотни. В архиве другого не будет ни одного. В том и другом поведении есть своя логика, о чем я надеюсь скажу в другой раз. А сейчас хотелось бы остановиться всего на одном вопросе, если вы не придет, о качестве информации в западноевропейской дипломатической переписке и газетах, информация, которая могла бы быть интересна для специалистов по русской истории. Нам надо отчетливо себе представить характер тех записей, с которыми мы собираемся иметь дело. Хочется начать с такой черной работы. Эта тема распадается на две. Первый половине вопроса скажу коротко, второй подробно с примерами. Большинство записей изрядно обезличены. В них нет особенного места для живых человеческих реакций. Потому многие из составителей писем и газет выглядят довольно терпимыми к московитам, несмотря на их странности, то и дело бросающееся в глаза. Доверять этому ощущению не нужно. А задачей политических реформаторов была информация. К тому же, чрезвычайно больным вопросом дипломатической переписки являлось сохранение ее в секрете от посторонних глаз. По большому счету, ничего кроме шифров здесь придумано не было. Вечной проблемой было то, что в канцеляриях переписчиков нанимали по мере надобности из промышлявших этим ремеслом горожан. В свете сказанного, нетрудно понять, почему самые большие секреты венецианского правительства едва ли на другой день оказывались в газетах. В общем, это была совершенно катастрофическая ситуация. Чтобы увидеть сказанную особенность дипломатической переписки, намеренно избавленные от эмоций и от всего плохого в отношении кого бы то ни было. Можно сравнить письма Леонардо Донат, впоследствии знаменитого венецианского дожа, одного из самых прославленных людей Венеции, а в то время посла Венеции в Риме, который он писал в Венецианской синерии. С одной стороны, с его же письмами, тоже о политике, которые он писал своему брату Николу. Это очень красноречивые сравнения в суде. Не менее красноречивый случай, когда
как в данном случае, которые можно назвать своего рода маргинальными примерами дипломатической переписки. Если посол был большой семьей, он мог составить для своего князя короткие отписки, а основной груз работы по передаче актуальной практической информации, которой всегда было много, ложилась на его секретаря. Такой секретарь, писавший донесение для него государя, держался все те же самых строгих правил. Однако ситуация менялась в том случае, если формальным адресатом его корреспонденции являлся не государь, а секретарь государя. Таковы письма Франческо Джерини, секретаря посла Великого герцога Тосканского, во время Александра Миневича, которые он нарисовал секретарю Великого герцога Антонио Сакуини. Похоже, в такой ситуации уже не считалось, что герцог несет ответственность за слова своих слуг. И тон письма уже другой. То же самое, между прочим, касается рукописных газет, которые в Италии называли словом «Анисим». А снова правило можно описать, уловить исключение. Таким скандальным, по крайней мере, правилам были «Анисим» Анибали Капелло, составленный специально для кардинала Луиджи Эст. Автор охотно упражнялся в остроумии по поводу многих лиц. И интересно отметить, как его отношение к посольству Молвянинова на протяжении пребывания русских в Риме меняется с довольно благожелательного или нейтрального на резко отрицательное и злое. Наверное, эти авизы были не вполне обычными. Авизы вообще-то не писались конкретному лицу, эти были написаны конкретному человеку. И это развязывало язык, судя по всему. Другую подборку рукописных газет, написанных почерком Анибали Капелло, у меня удалось найти в архиве герцогов Мантуанских. И это газеты, которые могли видеть многие. Капелло более сдержан в словах. Вместо эксклюзивной информации, которую он поставлял кардиналу Эсте, он не брезгует на раз переписать сообщения других, но, в общем, тоже позволяет себе многое. Опять не случайно Анибали Капелло плохо кончил. Несколько лет спустя в Риме по велению папы ему вырвали язык и отправили на виселицу с табличкой на груди, где сообщалось, что он много лет усмехался над людьми и всем святым, и еще слал свои газеты протестантам. Такие репрессии в отношении составителей газет, их называли минанти, были в Риме, в общем, крайне редки. Но расправы над одним из них раз в 10 лет хватало, чтобы держать всех в узде. Ничего похожего на эти патены в сообщениях газет, об интересующих меня русских посольствах, я просто не встречал. Короче говоря, имея дело с таким особенным материалом, всегда надо пытаться понять, какие тексты несут в себе следы человеческих реакций, реального опыта контакта, если мы говорим об отношениях, в России, там, с кем. Где по разным соображениям вот эти вещи предпочитают замолчать. Самый большой текст, который мне удалось найти, это донесение о посольстве Шевридина некоего лицензиата Перу или Педро Кихада. Этот текст, судя по всему, предназначался для испанских гостей Неаполя. На испанском языке. Изложение начинается с географической справки, сразу обнаруживающей поразительное невежество автора. По его мнению, лицензиата Кихада, Московия граничит с Турцией, Наваррой, Каталонией, Арагоном, Францией с одной стороны, и Польшей, и Трансильванией с другой. Автор не жалеет места для страноведческой информации о Московии, останавливается на истории польской короны и Ливонской войны. Его задача – максимально вести читателя в курс дела. Русское посольство к Павле Немскому показано в контексте военно политической ситуации и ее предыстории. А донесение сохранилось сначала и конец, середина утрачена, это треть или половина текста, но даже в таком виде его объем превышает треть листа. Что я хочу сказать? Подавляющее число наших документов совсем иного рода, они разительно от этого отличаются. Сообщения о царских гонцах, дипломатические переписки и рукописных газетах значительно короче. И, главное, не являются такими развернутыми повествованиями, объясняющими детали и контекст. Перед нами отрывочная информация для компетентных читателей. Надо понимать, какие требования это накладывает на исследователя. Он должен знать это нет, изнутри, быть не менее компетентным, иначе информация пойдет не ему. Чтобы так почувствовать эту довольно грустную ситуацию для нас и требования к историку, я хочу остановиться на одном примере, который, мне кажется, достаточно интересным, но не более того.
письме от 9 мая 1581 года венецианский посол при дворе императора Альберто Бадуэр сообщает своему правительству о приезде, через Пашу царского гонца из Томаша Врыгина на обратном пути из Рима в Москву. По словам Бадуэра, в Праге Шеврыгин имел разговор с человеком по имени Иеронима Скотта и восторженно делился с ним своими впечатлениями от Венеции. Ну, конечно, венецианский посол всячески передал, куда он надо. Скотта не нуждался в представлении. Члену венецианской семьи Бадуэр пишет так: «Он прекрасно известен многим из вас». В другом документе авиза из Праги 27 сентября прошлого 1580 года говорится о приезде ко двору императора, предшествующего посла московита Афанасия Рязанова. И сказано, значит, написано по первому случаю. На следующий вечер, после приезда, то есть сразу, он, посол московита, ужинал в обществе Скотта, которого называют здесь некромантом, и пили только мальвазию и испанский вин. То есть самое лучшее, что было. Иеронима или Джероламо Скотта испеченцы действительно известная личность. Это самый знаменитый маг-чародей своего времени. Его имя при жизни было окружено множеством легенд. Агриппа от меня рассказывает такую. Как-то раз Скотта в одно и то же время позвали к себе обедать папа Римский и кардинал Карло Барани. И того видели обедающих в двух разных местах одновременно. Требник под одеждой кардинала Баранео, впоследствии одного из самых почитаемых святых католической церкви, колдун превратил в колоду карт. На другом конце Европы польский историк Марчин Пулмер передал рассказ некого очевидца о том, как, обратите на то, что с 27 июня 1580 года Скотта чудесным образом потушил пожар под стенами замка в Гродно, в котором в это время находился король Стефан Батори, тоже знавший его. Многие пересказывали историю о том, как Иеронима Скотта показал в зеркале архиепископу Геркарду Кёльнскому самую красивейшую женщину. Ей оказалась каноница графиня Агнеса фон Мансфельд. Потерявший голову архиепископ добился ее любви, но братья графини Агнесы в небольшом сестре абсолютно не устраивало, и дело кончилось тем, что в декабре 1582 года архиепископ Кёльнский объявил о своем переходе в протестантизм, а еще там через 2 месяца женился. Эти любовные перипетии грозили катастрофическими последствиями для судьбы католицизма в Европе. Кёльнский архиепископ являлся 4-м курфюрстом, перешедшим, отрекшимся от католичества. А это означало, что следующим германским императором должен был стать лютеран. Вот. Ответ католической Германии не заставил себя ждать. В том же году баварские войска владели Кёльном, и архиепископство надолго перешло в Виттельсбах в 18 веке. Похожая легенда о зеркале, с которого якобы началась эта история, возникла после всех событий. О ней впервые пишет Михаил фон Изельд. И оговаривается, что многие в нее не верят, считая, что архиепископ и канонисты познакомились раньше. Точно то, что Иеронима Скотта приобрел на Геркарда необыкновенное влияние. Заодно, по-видимому, он являлся шпионом императора. И в отличие от архиепископа, выше сухим из воды. Предание о волшебном зеркале, наверное, не случайно заставляет вспомнить историю Фауста в изложении Гёте. Фауст Гёте тоже влюбился в Гретхен, увидев ее в зеркале. Образ легендарного Фауста, здравствующего Скотта, в сознании современников и ближайших потомков максимально сближаются, переходят друг к другу, иногда сливаются. В Кёнигсберге, например, показывали дом, где Скотта заключил договор с дьяволом, явно по аналогии с домом Фауста в Виттельберге. Главный урок в передаче предания о великом чернокнижнике 16 века, кажется, скрывала компиляция такого Генриха Видмана. Его трехтомный труд о докторе Фаусте вышел в 1999 году, то есть при жизни Скотта. И он, Скотта, там упоминается как величайший маг современности, огласанный князьями, способный творить похожие чудеса. Пара Фауста Скотта фигурирует в заключительном акте пьесы о Теофиле, написанной одним иезуитом в 1621 году. Вскоре после смерти, сейчас не сколько,
И там, значит, такой блок в аду. Там пролог в раю и блок в аду. Низвергаясь в гиену огненную, два страшных грешника с опоздалым раскаянием вместе оплакивают свои преступления. Иеронимус Скотта был связан со множеством дорог. Везде разворачивал бурную деятельность. По замечанию немецкого хрониста Кихенфюрера, его делами переполнена вся Европа. Фон Берхтесгаден не дам всю Европу вслух. Можно сказать, наверное, его делами вся Европа была всегда подробна. Он извлекает князей придворными своими фокусами, но также исполняет множество дипломатических поручений, которые ему охотно дают. Некто неизвестный, по-видимому, германский император Рудольф II, но, скорее всего, не он один, потому что Скотта был всегда готов служить всем сразу, поручает ему в Праге встретиться с посланием из столицы. Сначала с Санкт-Петербургом, потом с Тобольшевым. Однако мы ничего не слышим о его встрече с Яковом Молдянином в следующем ближайшем. Действительно, такая встреча, по всей вероятности, не могла состояться. Информатор дяди императора Фердинанда, дяди императора Фердинанда Тирольского, Франческо Спарена, в письме 1 сентября 1882 года сообщает тому разведчику о проезде Скотта через Аустрию. Ну, в то время там был полностью привезли, там все собрались, все приезжали. По пути в Рим видеть Скотта не мог. Его просто расхватают. Тотчас тащит исполнять каких-то учеников. Чем Скотта был интересен в роли дипломата? Что за талант он обнаруживал и почему был не расход? Здесь, разумеется, выступает в область догадок. Зная щепетильность дипломатов, прятали такие подробности, кто-то решался записывать. В нашем распоряжении есть одно темное предание, вроде бы намекающее на то, что колдовство и общение с послами как-то уживались. Но недаром эта история сохранилась у того самого Видмана, упомянутой книги о Фаусте. По словам автора Видмана, как-то раз в Праге, при дворе императора, Скотта зашел к испанскому послу и предложил ему узнать, что делает испанский король. Он показал его в своем волшебном зеркале. Испанский король в этот момент, закончив что-то писать, чинил перо. Тогда Скотта поинтересовался у испанского посла, а не хочет ли он узнать, а что именно он там написал. А посол ответил, что не хочет, потому что не желает проникать в тайны своего повелителя. Ну, это, к сожалению, все. Также известно, что королева Екатерина Медичи. Тут можно за всех пройти, все имели дело со Скоттом. Королева Екатерина Медичи с помощью лжеского Скотта пыталась повлиять на своего мятежного сына герцога Лансонского. Вот. Но для этого не понадобилось сделать его послом и отправить куда-нибудь. Вполне возможно, что интерес Скотта, как лучшей кандидатуры для выполнения щекотливых дипломатических поручений, был связан не столько с его способностью кого-то оправдать, сколько с его репутацией человека, умеющего угадывать чужие мысли. Об этом, да, Иеронима Скотта пишут многие современники. Особенно интересно и обстоятельно придворный врач, физик, эрцгерцога Фердинанда Тирольского, Ганс Ханш. Скотт угадывал загадные карты, смог Ханша за обедом, он просил загадать что-нибудь из еды, а потом указал на это блюдо ножом. А похожий фокус он демонстрировал эрцгерцогу, его супруге, придворному аптеку, камергеру и всем там. Что по этому поводу с нашим скромным материалом мы можем добавить? Немного. В случае с Афанасием Лизановым мы узнаем, что кроме телепатии, проникнуть в мысли московитов помогает хорошая выпивка. Ну что, по-моему, немножко обесценивает способности господина. Другое свидетельство о встрече Иеронима Скотта с Томой Шевыгином намного подробнее. И пересказ Скотта со слов слов Истомова, сначала рассказ Скотта, потом дошло до Бодрера, оставляет двойственное впечатление. Игорь Владимирович, там 5 минут. Все. Да. Володь, все, Миша. Извините. Я заканчиваю.
Вот, он, вот письмо есть, но оно довольно старое. Ну, в общем, распадается на две части. Приведенных в словах Шевыгина многое звучит чрезвычайно правдоподобно. Его искреннее восхищение Венецией, которого он не скрывал вообще ни с другими людьми. А также по другим источникам мы знаем о горьких опасениях из стороны Шевыгина, что в Москве в его рассказы просто не поверят. Мы тоже об этом сегодня говорили. О том, что не должен был говорить, в общем-то, как, если бы он правильно цитировал русский посол, он не бежал бы за призывом, за зубами. Истому трогает то, что близко ему. Солдат, случайно оказавшийся царским гонцом, а действительно он вот, по общественному положению ниже всех, по Рязанову и Мордену, как пусть выхватили от этого. Вот он рассказывает увлеченную первую встречу этого солдата о невероятных запасах оружия и амуниции, как говорится, нет, на которые можно, вложить целую армию. Он сравнивает Рим и Венецию, взвешивает в руках цепи, золотые цепи, подаренные ему, значит, Венеция и Риме, и снова Галилей ему оказывается Венеция. Другие слова, вложенные в уста Истома, Шевыгина, этим самым Скоттом, напротив, вызывает отрыв. Трудно всерьез поверить, что Шевыгин называл Венецию, прошу прощения, Мадре де Либерта, Альберго де Джустицию, Миракло де Натуре, Грандеца Витая, Орнаменто де Мондо, Потенция де Кристианита, Номерстандо де Тиреке, Лейфосель, Порпугнако де Кристианита, Контра Митурка и так далее и тому подобное. Ну, понятно, примерно, да? Венеция от свободы, прибежище там, справедливости, чудо природы, величие Италии, украшение мира и дальше. Привычные образованным людям Запада народной речи и идеологии того, что называют венецианским мифом, в устах русского солдата, заброшенного судьбой в чужие края, трудно себя представить. Если Скотт в данном случае пытался угадать мысль, то у него это явно не получилось. Все-таки не знал. В конечном счете, если удовольствие, рассказывать, мало что можем узнать. Говорю об этом так подробно, чтобы показать, прежде всего, себе самому, какой должна быть работа историка с этим материалом. С материалом, который я выбрал, или, может быть, этот материал выбрал меня. Спасибо. Большое спасибо, Игорь Владимирович, за очень интересный доклад. Вы уложились 40 минут. И сообщить нам не только много замечательных и интересных сведений по теме непосредственно нашего семинара, но также некоторые методологические соображения, а также некоторые интересные факты, собственно, европейских каких-то материалов. Будут ли какие-нибудь вопросы, Игорь Владимирович? Нет вопросов. Этот материал, Игорь Владимирович, предполагаете где-то? Ссылки. Олег Петрович Кудряц, будьте. Предполагается опубликовать этот материал? Где? У людей, которые спонсируют мои итальянские войны. Звучит загадочно. Император Рудольф. Опасное состояние находится в Ну, я сделал свою часть. Ну, в смысле, вот я сделал палацу, там, где эти списки, потом там нашли еще какие-то материалы. Вот, меня задерживают мои соавторы. То есть вот Вероника Граля, кроме известного всем вот, немецкого списка Шлиффенберга, который повторно нашел в Мюнхене, я как бы отыскал в Уппсале еще один немецкий список, обработать его. Не обработал, потому что все у нас смотрит на какой-то период жизни. Вот. А второй господин Марк Янецкий обещал сделать транскрипцию известного польского текста «Дело о великом князе Московском», который сопоставляется с нашей жизнью. И все это должно пойти вместе. Такой скоро мои товарищи что-то меня не поддерживают. У меня работа лежит, вот. Ну, я на самом деле не сильно спешу. Ну, в смысле, сделано и сделано. Еще какие-нибудь вопросы?
Вот, Игорь Владимирович, вот из этих теперь уже отвлекаясь от конкретного материала, который сегодня мы заслушали, вот из этих авизий в связи с посольствами, которые вы рассматривали, складывается какой-то более-менее целостный образ России и русских? Или там отрывочные, вот, ad hoc какие-то сообщения, которые, вот, скажем, элементы мозаики, которые в единое целое не складываются? То есть можно сказать о каких-то чертах образа или не получается? У меня сегодня такой внушительный доклад. Вот поэтому я и спрашиваю. Ну вот мне как-то действительно такой запал немножко все это погранить. Все-таки вести некоторую дифференциацию в эти сообщения, которые действительно на будущее будут. Ну это все из глазерной бутылки. Вот, не знаю, я авизии продолжаю искать, я вот каждый новый вот, пачку авизии, я вот беру его, я знаю, что две трети из них я уже где-то читаю. Вот. То есть это вот документы, которые переписываются почти дословно, какими-то вариантами, которые я, конечно, учитываю, но тем не менее, вот я настаивал на том, что нужно смотреть на это в каждом случае отдельно, и зачастую вот какой-нибудь этот Анибали Капелло, в конце концов, так печально кончивший, интереснее всех. Потому что если все переписывали какой-то документ много раз, действительно, множество, один тоже уже 50. В своих специальных каких-то авизиях, в общем, даже авизиями, может быть, иногда это письма, просто не подписаны. Этот автор дает совершенно эксклюзивную информацию. Он пишет каждый день, иногда по несколько раз в день. Таких информаторов вот у этого господина, которому они писали, это кардинал Эстер, он же Эстер, был много. Ему писали по нескольку дней, по нескольку раз в день зачастую, вот этот информатор, тот. Вот. Причем при этом известно, что кардинал в это время тяжко болел. Вообще непонятно, когда он, так сказать, обалдел информацию, зачем это было нужно. Вот. Но я уже делал свою мысль, что вот я с ужасом себе представляю, сколько работали купцы или кардиналы в 16 веке, я не могу себя с ними сравнить. Может быть, вот этим свидетельством я отдам предпочтение именно потому, что вот, будучи закрытыми от других глаз, они гораздо более прямые. Там есть вот просто динамика. Почему я говорю, что важно, чтобы было вот не просто вот отзыв, а вот, сообщение про их русский посол, а чтобы это была каждодневная информация, где есть опыт контакта, вот состоявшегося контакта, не представление о том, кто приехал, конечно, такое. Вот. Мне почему-то кажется, что гораздо важно все-таки немножко здесь покрутиться, даже вот не с какого-то моего, какой-то моей разрушительной наклонности, а просто потому, что никто этим материалом, не только у нас, но и в Европе, как я считаю, нужным, не занимался. А весь исследует сейчас, это популярная тема истории информации, журналистики, пишут толстенные книги, ну как их пишут, берут какой-нибудь там сборник авизий, там несколько, вот, и вот, значит, рассматривают, вот какие там, писали, там кто получал, кто-то писал, там, все такое. Я же говорю, можно взять события, смотреть, как оно отражается. Вот. Это совсем другое. Ну, я же не стоит говорить о том, что в сущности дело не начато так, как оно должно было быть начато. То есть начало хорошее, как работали историки 100 лет назад. Нужно знать, какие есть авизии. Ну, просто их собрать. Где? Никто информацию не собирал. При том, что много историй все равно. В силу того, что это целина. В силу того, что это целина, надо хотя бы какие-то вешки расставить. Вот я с чего начал. Я с этим чувствую себя вот, абсолютно невозможно не в состоянии просто рассказать, вот, а что я нашел. Ну потому что это будет просто вот пустое посвящение, пока нет хотя бы каких-то предисторий. Я вот эти кусочки выдаю, просто работает. А с картинами как раз я бы не спешил. Вот, я не знаю, я может быть. Тем не менее, Игорь Владимирович, все, что вы рассказываете, очень интересно. Несмотря на то, что вам кажется, это обрывочно. Нет, это обрывочно, потому что на самом деле вот я понимаю, что введение к этому должно быть 20 листов. Еще какие-нибудь вопросы будут? Ну вот.
связи с тем, что вы сказали, разные корреспонденты писали об одном и том же событии. Вот сейчас вот что-то недавно случилось, да, слушаешь от разных источников информации, и это совершенно разные картины. Вот там картины, как-то это можно их совместить, или они тоже получаются? Это первый вопрос. И второй, ну вот в связи с полюбившимся вам, видимо, выдающимся информатором, репортером Анибале Капелло, вот в его известиях о Руси России чувствуется, он кто-то до этого читал об этом, ну, космографии какие-нибудь, то есть какой-то пласт информации был, или он, что называется, с чистого листа, то, что видно, то и пишет. Это второй вопрос. Бога просить, чтобы я вылетел за первый. А первый, разные репортеры, да, вот информация, и события выстраиваются, да. Переговоры, сходным образом, но совершенно разные. Ну да. Ну, действительно, просто разные люди, потому что, если информаторов там, десятки и сотки, то много людей довольно-таки различны. Вот. И это объясняется не только тем, что посольный у нас. Какой уровень герцога это будет безразлично? Вот герцог Савойского это будет безразлично. Ну, он получил там каких-то несколько заметок, там 9 песен, я нашел там в Киевском архиве. Ну, так. Ну, в лучшем случае это какие-то интересные выражения, там, пренебрежение к Москве, которые можно процитировать, будет в России. Все. Вот. Другие рыли носом землю. Вот, получая от этого явное удовольствие, от своего профессионализма, от того, чтобы выслужить себе это. Вот. Но просто информаторы были разные, ведь много было, ну, вообще, там, я говорю послы, да, это не совсем верно. Множество ведь каких-то официальных, неофициальных агентов, резидентов, много, знаете, таких людей, которые, значит, такое письмо, что там, ваше свидетельство, вы меня не знаете, но я наслышан ваши добродетели, мечтаю вам служить, но очень нуждаюсь в деньгах. Давайте со мной откроете это. Я вам информацию, вы мне не нужны. И вот я не шучу, 2/3 такого письма, это может быть большое письмо, это приходили мы упрашивали деньги, постановили какая-то информация. В общем, все они очень разные. Вот есть совершенно поразительный какой-то вот французский посол, который мне подвисает свою полную неосведомленность о том, что вот он сидит там в хорошем месте, вот, но выдержит удар по противной инициации. Другие наоборот. Есть ли разница в представлении событий? Ну, отчасти да. Немного, конечно, стереотипы. Не знаю, немножко туманно отвечаю. Что касается вот, знания предшествующих каких-то текстов, наверное, вы спросите только о Капелло, но и вообще. То, что есть интересное, вот, я обнаружил, что знаю тексты, в том числе первой половины, не только вот этого ужасного текста, это первой половины 16 века, совсем иным тоном говорящая Москву. Уважительно и с неким восхищением. А здесь надо сказать, кто их. Их вспоминают в Венеции. Венеция сильно отличается в этом отношении от других территорий. Там терпимость гораздо больше. Там больше просто опыт встречи с другими. Не то, что вот там нынешний толеранс, ой, я не говорю о вас плохого, но там, что я думаю, вас не касается. Нет, там какое-то честное принятие и интерес. Вот венецианцы действительно вспоминают тексты из первой половины 16 века. При том, что ну, что-то такое, типа Шлиффенберга, я тоже как-то читал. Возможно, по крайней мере, какие-нибудь, может, ведущие английские, там, немецкие, что-то такое. Спасибо. Еще вопросы? Борис Николаевич, это не вопрос? Нет? Николаевич. Можно тогда я задам вопрос, если вы не возражаете? А вот этот персонаж, маг и чародей, биографии которого посвятили довольно много времени в вашем выступлении, его биография и его отношения с русскими послами, они каким-то образом в вашем представлении связаны, или это просто
был некий экскурс в истории его жизни. Ну, честно сказать, я прежде, может быть, прежде всего какие-то задачи для себя и, видимо, довольно эгоистически. В общем-то, мне нужно самому поставить просто себе перед глазами вот, столкнуться с собственной ситуацией и увидеть ее, что у меня есть. Я драматически переживаю, в общем, довольно ограниченную информативность многих текстов. Есть исключения, но много такого, что я никогда не пойму и не увижу. В общем, может быть, чуть-чуть как-то пространно и художественно я вот эту свою тоску изъявляю. Вот. Имею в виду вот огромную проблему особенностей. И, именно потому, что я считаю, с точки зрения того анализа, который я навязываю, вообще не там, то есть читать их неизвестно. Может быть, я что-то утерял. Спасибо большое. Будут еще какие-нибудь вопросы? Если больше вопросов нет, тогда, наверное, можно приступить к обсуждению, к дискуссии. Есть ли желающие высказать какие-нибудь свои суждения, мнения, соображения? Я желающий. Может, Олег Федорович? Вы знаете, у меня впечатление, что Игорь Владимирович нашел, давно это впечатление, мы с ним давно общаемся, нашел такую россыпь, но правда россыпь, которую надо извлекать и промывать, источников сведений о России, хотя, казалось бы, известную, стоит там раньше, но серьезно не разработанные и требующие, конечно, колоссального напряжения сил, чтобы работаться и получить результат. Но результат уже какой-то мы сегодня получили. Вот что мне, например, хотелось бы, вот, прослушав доклад, чтобы был почерк вроде того, а не Баля Капелло, как репортеры России, потому что там, видимо, сведения. Вот здесь уже можно это все вообще на одном человеке. Это действительно будет очень интересно. Вот. И дальше, ну, если бы могли чем-то помочь, мы помогли, но так мы будем с интересом следить за тем. Потому что это действительно очень серьезный источник и очень такой широкий, но массовый. Потому что даже вот на 50 лет раньше строчка, несколько строчек о России, которые мы находим в западных источниках, это уже хорошо. Это уже самородок. А в 15 лет это вообще. А здесь смотрите, какая роскошь. Но это информационная революция, о которой мы практически не знаем. Так что Бог в помощь. Спасибо большое. Борис Николаевич Клэр. Ну, во-первых, конечно, материал крайне интересный. Надо пожелать переговорить успешного продолжения. И потом, мне кажется, очень важным достоинством, что Владимир воздерживается пока от каких-то общих оценок. Мне кажется, это правильная позиция, поскольку пока материал, можно сказать, тоже сделал оценки, а они потом будут оказываться не совсем. Теперь вот я тоже говорил, что надо как-то помочь, но вот я тоже так думал. Значит, я вот хочу сказать, что вот мне понравилось связаться с польским коллегом в Лосвиде с чем. Значит, в Чехии, и место Бухарин Архив Розенбергов. Там находится вместе, который называется Чебман, там имеется архив и все. И там имеется очень большая коллекция Ализии, вот относящаяся именно к концу 16 и началу 17 века. И чешские исследователи занимались этой коллекцией. Я сейчас, это давно было, когда я этим занимался, я сейчас попал в Минзон, есть публикация. И вот я помню, что один текст довольно обширный, издан оттуда, это рассказ о попытке восстания в Ельве-Леонском местного населения, не помню, 70-й или 71-й год, издан из этого архива, это большой такой обстоятельный текст. И поскольку тут упоминался однократно и Слы, и Прага, и Второй, и так далее, то мне кажется, что эта коллекция, я, к сожалению, не знаю, имеется ли каталог, о чем речь шла, но я думаю, польские коллеги должны ориентироваться на этом. Если есть каталог, то нужно было бы просто сравнить
это еще очень интересно, сопоставить такую коллекцию с коллекциями, которые имеются в Италии. Вот действительно ли там, как вы говорили, одни и те же, вот, ну, нет, все те же тексты. А может быть, кажется, там несколько другой подбор в чешской коллекции. Мне кажется, какие-то возможности новые для изучения языка. И второе, хочу сказать, что видим перед нами такой период, который дальше как будет заканчиваться. Потому что, вот я помню, я читал корреспонденцию чешских политиков при Унисмутах. Ну, это не так далеко, но все-таки это... Они приближают к пакистанскому лагерю, и они оценивают события, происходящие в России, совершенно определенные точки зрения. И, видимо, вот наступает потом эпоха, когда религиозная принадлежность автора при рассказе России начинает приобретать фундаментальное значение. Но сейчас, видимо, судя по тем материалам, которые еще, видимо, не наступило. Большое спасибо, Борис Николаевич. Вы хотели бы ответить, да? Конечно. То есть я замечаю, каких не делал. Нет, просто вот действительно это очень важно, то, что вы сказали, я тогда даже большая победа. А совершенно с вами согласен. Вот, у меня такое переживание, что где-то буквально в середине 80-х, 90-х годов что-то такое треснуло сильно, и предвзятость стала гораздо больше вот, в отношении. Вот, а еще, наверное, до смерти, до начала 17 века, где-то еще последние лет 15, лет 10, века 16, вот, мне так кажется. А что касается газет в общеевропейском масштабе, это тоже чрезвычайно важный вопрос. Я, к сожалению, кроме итальянских, что-то смотрел, но недостаточно. Боюсь, что я работаю с коллекциями почти исключительно не германоязычными в немецком мире. Я не буду их перечитать, но их довольно много, но вот в Южной Германии, на территории, там, между Аусбургом и Верни, их много. И в сущности хорошо порылся только в одной немецкой коллекции, в Марбурге, в архиве, в Дрезденском архиве, но там нашлись переводы итальянских газет. Вот. Причем они были сокращенные и совсем не интересны. Я сделал свою публикацию, но в принципе мне бы хотелось хорошо еще поработать в других немецких библиотеках, может быть, не только немецких, поисках газет. Но в общем, у меня такое ожидание, что может быть, я там не найду того, что мне надо. Вот, по-моему, немецкие газеты, есть прекрасный пример, вот там коллекция Фугеров, которая хранится в австрийской центральной библиотеке, огромная коллекция, там каждый год занимает том Авизе. И, в общем, там немецких не меньше половины. А так, в общем, много итальянских, есть испанские, французские и все такое. В принципе, довольно полная коллекция. Очень полная. И я вот как раз просматривал не только итальянские, но и немецкие газеты, но нет нужной мне информации. Моему изумлению, в немецких газетах, русских просто ничего нет. Вообще. А итальянские газеты, то есть предыдущие из Италии, сообщали о том, что происходило в Праге, вот, но через Венецию и через Рим. Вот. Опять же, надо как-то понимать, вот, чего люди собирались писать. Вот. Как-то мне кажется, что в Германии были очень сильные какие-то определенные повреждения, вот, не попадали в успехи. Вот. В общем, в архивы я поеду за этими газетами, но что-то мне подсказывает, что я не перебуду и только. Большое спасибо за дополнение. А мне один, может, тебе что-то расскажешь? Знаете, я хотела спросить, во-первых, я очень плохо А во-вторых, меня все-таки очень волнует. Вот Луцкоронские давали эти элементы. Они что, не ходили туда, где активы и не интересовались этими коллекциями? Работать. Нет, вообще эта серия важная, но она огромная, да? Она очень неполная.
В ней очень мало что есть. И по числу архивов, которые мне один говорят, исследованы, и вообще по количеству документов, скажем, опубликованных того или иного места. В общем, эти тексты я имею в виду. Разумеется, я их все просматривал. Но я вообще там не думаю, что там были ависы. Меня это довольно поздно. Такой информации там нет. Все-таки вот эти вот элементы Афонсо-Лизационность, да, это довольно большие элементы. Не те какие-то жалкие крохи, там, часто вообще да, несколько строк, полстранички, на которые готов позариться я. Вот. Потом все-таки я говорю, что моя работа может состояться только в том случае, если ей будет послана какая-то серьезная подготовительная работа, вот элементы, которые я пытался сейчас представить. Иначе просто все это вот, ну, нельзя это собрать, Николай, ну, я сделаю, допустим, том своих документов, у меня с этим собрался, вот, все эти тексты я копирую, может быть, я сдам когда-нибудь. Но в этой публикации вот, ну, нет смысла, вот, ну, если неизвестно, кто такой известный всем Иероним Скоп. Вот я так думаю. Спасибо большое полякам. Ну, понимаете, есть, объясните, пожалуйста, есть какое-то совершенно неправильное, вот, ошибочное представление, что вот, польские историки там все объехали и сделали. Ну вот Грали так же говорит. Вот, ну, там, все же сделано. Я ему говорю, а вот смотрите, письма попросту. Вот, это совершенно неверно. Я преклоняюсь перед огромными усилиями, вообще поляками, которые, в отличие от того, как раз гораздо больше всегда работают в архивах, наверное, как будто культурный такой котик подталкивал поляков, потому что было нужнее, это связь с Европой, чем нам было меньше нужно. Вот, и слава богу, что это принесло большие плоды, но сказать, что сделано там большая часть дела, я бы не сказал. Теперь вот опять насчет критиков. Ваши польские коллеги или вы сами интересовались родом шрифтингов? Да, мы этим занимался сам Грали, что-то такое. Да, что-то публиковал, вот, есть какие-то более-менее такие свежие тексты. Не на нашем языке, но ну, что-то мы делаем. Наше неизвестность важных открытий у нас в городе. А я, понимаете, моя роль совершенно служебная. Я могу разобрать текст. Вот. У меня хорошо там полиография слова устроена. Хотя два года назад я не переступал к правому архиву ни разу. Чтобы быть историком, я просто не могу написать исторического введения. Не занимаюсь этим. Я просто не адвокат. Понятно. А я хочу вас про шрифтинга спросила, что один из шрифтингов очень упорно распространял сведения в Гданьске о России. Вот это у моего теперешнего героя, который там ученый век, вот там есть такое упоминание. Ну, я полностью не читал, но это, конечно, совершенно важно. К сожалению, видимо, не очень известно еще помощь. Вот, а я, простите, поскольку я себя совершенно необоснованно считаю историком, то я бы хотела сказать, что вот ваше сегодняшнее сообщение очень важно для понимания роли России, вот чем сейчас занимается одна наша коллега из города Волгограда, понимание роли России в планах папства по созданию антиосманской унии. Это, конечно, очень интересно, вот это, почему они отказались от общения с нами. И очень странно, что папство рассчитывало на опору на польского короля, что абсолютно было невозможно. Но это такие поразительные совершенно детали, на мой взгляд, которые, ну, вот эти всех отношений и
внутри Евразии. Да, чрезвычайно интересно, но сегодня просто не было вам сегодня не сказать, но тоже пришли. Но у нас будет еще заседание нашего семинара. У нас еще будут заседания нашего семинара. И, возможно, Игорь Владимирович что-то еще более подробно расскажет. Тем не менее, на эту тему, конечно. Хорошо. Какого это прекрасно. Это очень интересно. Техническое введение, которое... Это очень интересно. Спасибо большое. Будут ли еще какие-нибудь вопросы или выступления? Андрей Леонидович, нет? Игорь Сергеевич? Дамы? Каких соображений. Ну, в таком случае, если больше желающих... Это нет, объявление. А? Не объявление. Нет, а то хорошо, если бы вы сказали дальше, что будет. Вот Игорь Владимирович вначале что-то говорил. Ну, вот тогда предоставляется это слово Игорю Владимировичу, и пусть он подытожит наше сегодняшнее заседание и нет, скажет, что нас ожидает в будущем. А вот да, вот так. Да. Нет, я страшно благодарен всем коллегам, которые были, но нет. Огромная поддержка, в общем, не очень, извините за что. А что касается будущего, то оно определено только вот на ближайший месяц вперед, когда там как раз приедет товарищ из Зубика, с чего я начал сегодня, выступил с докладом вот о двух вещах. О новом тексте по поводу посольств, посольства Любика и Штрасбурга, из Штрасбурга, полицию Годунова в 1603 году, неизвестный текст, размером 50 тысяч знаков, довольно большой. И, значит, вторая его тема, это вот, якобы есть некие новые материалы о русских студентах, отправленных в Борисе, в Германию учиться, и там, по-видимому, Генуша. Вы должны выбрать такую тему? Нет. Он сказал, что он сделает о том и другом, что, в общем... И это когда будет? Это будет 13 марта. Да. А вы говорили май. Это очень хорошо, что вы исправили. Правда? А вы говорили 13 мая. А в чем за мной надо следить, да. Ты все исправили. Да. Вот. И, конечно, просто хотелось бы, чтобы вот после пары докладов археографических все-таки мы вернулись к обсуждению текстов. Я надеюсь, с участием все-таки признанных специалистов, которые годами читали важнейшие большие тексты по истории России. Мне бы хотелось, чтобы они к нам пришли. Мне бы хотелось, чтобы наше мероприятие было действительно таким вот общей площадкой. Вот, типа водопой, куда все звери могут приходить без боязни. Павел Ильич хотел сделать какое-то объявление. Нет, у меня объявление просто, поскольку здесь есть еще люди, которые интересуются Италией, у нас в следующий понедельник, 18 числа, будет в рамках семинара Марка Кащи Юсин, когда вы присутствуете, будет довольно интересное выступление дамы Ольги Волкова из школы экономики в Санкт-Петербурге. Она занимается историей итальянского бухгалтерии. Она не историк и генерист, но она просто вот пишет про свои точки зрения, да, истории финансов, она пишет довольно интересное. То есть я не знаю, что из этого получится, но в любом случае идея посмотреть вот, да, с двух сторон, с точки зрения финансистов и историков, на Италию, то же самое, таких интересных времен. Началось там, конечно, все раньше, но и описанный нынешний период 16 век, там и эпоху было немало интересно. Ну и мне хотелось бы присоединиться к тем словам, которые были сказаны, то есть положительные оценки и семинара, и нынешнего доклада. И еще раз, пусть я боюсь повторяться, то есть проблема главная в том, что у нас нет структуры, которая готовила бы молодых специалистов, чтобы впрячься в эту работу. Хороши поляки или плохи, но у них есть культура, у них есть поколение историков, которые вот специально на это как бы нацелены были своей деятельностью и видели в этом свой. Сейчас у нас этого нет, к сожалению. Вроде бы исторических факультетов, мягко говоря, много, а все равно все занимаются вот либо русской историей, либо историей дискурсивных практик гуманистов и прочих интересных вещей. А соединение этого не происходит, и я не вижу, как оно может произойти сейчас. Если я ошибаюсь, но это очень хорошо.
Но семинар может быть как-то, если вы будете больше привлекать молодых историков, обдумывающих житье, может быть, это чем-то способствует. Вообще же это золотое дно, очевидно. К сожалению, я вот, Игорь Владимирович достаточно поздно заинтересовался. Он говорит, он не историк. Про историк он книжки написал. Про другую историю, про историю Галлии. Не рассказывайте, не рассказывайте. И вот потом случайно через Монтень оказался вот за Артеном. Я бы тоже вот с удовольствием сейчас все бросил, занялся бы этим. Но обязательная обязанность не болеть. Спасибо, Павел Ильич. Мне кажется, что есть какие-то практические пути для создания таких возможностей обучения специалистов на грани теории и русской истории. Прежде всего, конечно, это надо обращаться в РГБУ, пока его не разогнали, чтобы они там готовили хореографов и специально знающих языки. И это с одной стороны, а с другой стороны, надо шире привлекать преподавателей таких типа уникального, к сожалению, типа, как Дина Чернуская, с тем, чтобы их работе в семинаре, с тем, чтобы они здесь рассказывали о том, чем они занимаются, и к работе со студентами. И выходить, понимаете, выходить надо на широкие площадки, публиковать, ну, это я уже сказала все, публиковать во всех журналах, что есть, есть проблема и нету специалистов. С тем, чтобы озабочивались в самых разных местах этим делом. Во всяком случае, я на уровне начинающего 80 с лишним лет человека, это ужасное состояние. Ужасное. Совершенно. Спасибо, Анна Леонидовна. Мы, возможно, пригласим Екатерину Ричардовну сделать какой-нибудь доклад о гвардейско-русских делах, которыми она занимается. Это было бы очень интересно. Гвардейско-русских не могу. Я все забыла. Мы могли бы Екатерину Ричардовну пригласить. Только надо пригласить, когда будет доклад по людях, вот и надо пригласить. Да, это имеет смысл, а также Наталью Александровну Ганину, которая вместе с ней сейчас работает над документами из библиотеки «Фундаментальный МГУ», посвященные, ну, в общем-то, это средневековые немецкие художественные произведения, то есть парень, вот, которые там обнаружились в фундаментальной библиотеке МГУ. Но мы знаем, что основная их специализация это как раз славяно-русские связи. Наталья Александровна раннего времени и Екатерина Речевна позднего времени. Это было бы очень близко к тематике и нашего семинара, и вообще русско. И потом, конечно, как можно оперативнее все публиковать. Вот и сегодняшний доклад, пусть он вам кажется маленьковатым, это не важно. Но вывешивать, и прежде всего, конечно, вывешивать в интернете, потому что вся наука уходит из бумаги в виртуальность. Спасибо, Анна Леонидовна. Если нет больше желающих высказаться, то позвольте мне объявить наше заседание закрытым. И поблагодарить еще раз докладчика.